I would just like to begin with a word of prayer. Я хотел бы начать это собрание со слов молитвы. If you would please simply bow your heads. Пожалуйста, просто опустите ваши головы. Dear Heavenly Father, I thank you for every person present today. Дорогой небесный Отец, я благодарю тебя за каждого присутствующего на этом месте. I thank you for their insight. Я благодарю тебя за их внутреннее. I thank you for their diligence. Я благодарю тебя за их желание. I thank you, dear Father, for simply their wisdom to come to this seminar today. Я благодарю тебя, Господь, за ту мудрость, которую ты дал им, чтобы они сегодня пришли на этот семинар. Father, I pray that you use my mind and spirit. Отец, я молю тебя, чтобы ты использовал мой разум и мой дух. To deliver unto them the words that you shall have them to hear. Для того, чтобы донести до них те слова, которые ты хочешь, чтобы они услышали. I pray that you open their minds and hearts. Я молю тебя, чтобы ты открыл их разум и открыл их сердца. To receive thy word. Чтобы они приняли твое слово. In thy son Jesus' name we pray. Во имя твоего сына Иисуса мы молим, Отец. Amen. I would just like to introduce myself and tell you just a little bit about me and my family. Хотел бы немножко начать с того, что я представлюсь и хотел бы вас немножко познакомить с моей семьей. I am Pastor Nathaniel Bronner, and I am here as a secondary invitation by your great pastor Sunday. Я являюсь пастором Натанаилом Бронером, и я также приглашен как второе лицо вашим пастором Сандеем. Pastor Sunday met my brother Dale and invited us here to talk to you for just a while on business. Пастор Сандей, он встретился с моим братом, и он пригласил нас, чтобы мы приехали сюда и с вами говорили о бизнесе. We've been here a few days, and it has really been a very beautiful experience to be here among you. Мы уже несколько дней находимся на Украине, и хочу вам сказать, что для нас это великолепное переживание быть среди вас всех. It's a beautiful country, and you all are beautiful people. Вы очень красивые люди, и у вас очень красивая страна. I've traveled to a lot of places over the world. Я уже путешествовал по многим местам всей земли. But I have never been among better spirits than those here. Но я никогда не был среди таких людей, у которых такой сокрушенный дух, как у вас. So I thank you for your hospitality and your friendliness. И потому хочу вас поблагодарить за ваше гостеприимство и за все то, что вы делаете для нас. We are from a business background, although we are all preachers. При всем том, что мы проповедники, мы выходим из прошлого, из семьи, которая занималась бизнесом. 60 years ago, my father began a business that dealt in hair care and cosmetics. И 60 лет назад мой отец начал бизнес, который проходил cosmetics. В косметическом бизнесе. He started with little money, but he had great background. Он начал с очень маленького капитала, но у него был хороший опыт из прошлого. He didn't have a lot in his pocket, but he had a lot in his head and in his heart. У него не было много денег в его кармане, но у него было много всего в его разуме и в его сердце. And if you have it in your head and in your heart, it will eventually show up in your pocket. И если у тебя что-то есть в твоей голове или что-то в твоем сердце, то 100% оно проявит себя в твоем кармане. If you have it in your pocket and you don't have it in your head and your heart, it will eventually leave your pocket. Я хочу сказать, что если у тебя в кошельке что-то есть, но у тебя нет ничего в твоем разуме и в твоем сердце, то 100% то, что в кошельке, покинет тебя. The fact that you are here today means that you want to do better in the financial world. То, что ты сегодня здесь, тот факт, что ты присутствуешь здесь, это говорит о том, что ты хочешь улучшить свое состояние в мире бизнеса. I don't know about you, but I need money. Я ничего не знаю о тебе, but you need money, да? Я ничего не знаю о вас, но мне нужны деньги. I spend an hour every day in prayer, but I need money. Я провожу целый час каждый день в молитве, но мне при всем этом все равно нужны деньги. I read the Bible every day, but I still need money. При всем том, что я читаю Библию каждый день, мне все равно нужны деньги. I preach to a congregation every week, but I still need money. Я проповедую своей общине каждую неделю, и при всем этом все равно я нуждаюсь в деньгах. I need money,
and you need money. Если мне нужны деньги, то они нужны и вам. Not only do I need money, but some of you don't just need money, but you need more money. That's why you're here. Не только то, что тебе нужны деньги, просто как деньги, но ты здесь, потому что тебе нужно больше денег, чем они у тебя уже есть. How many of you want more money? Raise your hands. Поднимите те руки из вас, кому надо еще больше денег. I had to make sure I was talking to the right crowd, and you are the right crowd. Я хотел убедиться, что я на самом деле на правильном месте и правильную тему говорю. I want to talk to you today in three primary areas. Я хочу сегодня с вами поговорить о трех важных или первых, больше всего, как бы приоритетных сферах. Now, my background, I am by educational training, I am a chemist. A chemist? A chemist, chemistry. Like a chemistry, like a химия, да? Chemistry. Значит, он говорит, что его образование, он по своему образованию химик. Not pharmacy. Не фармацевт, а именно химик. I am a chemist, and in the company that my family owns, I develop the hair care products. I developed and created and basically engineered three manufacturing plants. И потому что он уже проработал, он говорит, что я разработал особенную заботу о волосах, я помог поднять три мануфактуры, которые работали именно в сфере продуктов химии. And I was initially responsible for both product concept, for creating the labels and the marketing materials. И его ответственность была это производство самого продукта, производство его лейбла, значков и его маркетинг. In 1988, I formed my own company. В 1988 году у него уже была своя компания. And my company manufactures and markets vitamin products. И моя компания, она производила и дистрибьюировала именно витамины. And we sell those products all over the U.S. and we sell millions of dollars a year of the products in the U.S. И мы продавали наши витамины по всем Соединенным Штатам, и мы продавали за год больше, чем на миллионы долларов витаминов вне Штатов. And I want to talk to you today about three basic areas going into business that you will need. First is the decision. И я хочу с вами поговорить о трех решениях, перед тем, как вы вступаете в бизнес. И это очень необходимое решение. Первое решение — это... The first one is decision. Это решение заниматься бизнесом. Everyone here has made the affirmation that you want more money. Каждый из вас, вы уже подтвердили здесь, что вам нужно больше денег. But wanting and deciding to get are two different things. Но вы знаете, желать денег и иметь решение взять их, это две разные вещи. Wanting is a desire, but deciding is an action. Вы знаете, что желать это просто какая-то мечта, это какое-то желание. Но решение — это уже конкретно действие. Virtually everyone wants more, but only a few decide to do something to get more. Вы знаете, что буквально все мы хотим иметь больше денег, но те получают, которые решили взять эти деньги. And I want to first talk to you about simply the decision. И сейчас я хочу с вами просто поговорить о слове, что такое решение. Business is tough. Вы знаете, что бизнес, он сам по себе, это трудная вещь. I'm not going to baby it. I'm not going to make it seem like it is easy because it is tough in America and it is tough in Ukraine. И я хочу вам сказать, что бизнес, я не буду его уменьшать, я не буду говорить, что это на самом деле очень легко. Я хочу вам сказать, что действительно очень сложно заниматься бизнесом и в Америке, и также сложно, наверное, заниматься ним и на Украине. In America, 4 out of 5 businesses who start will be out of business within 5 years. В Америке 5 бизнесменов начнут бизнес, и 4 из них выйдут из бизнеса в течение 5 лет. So I want to tell you some things that will increase your chances of success. Поэтому я хочу рассказать вам некоторые вещи, которые помогут вашим шансам возрасти. In America,
over 4 out of 5 products that go into our grocery stores will be gone from the grocery store shelf in 5 years. В Америке 4 из 5 продуктов, которые производятся для того, чтобы они были в гастрономах для продажи, в течение 5 лет они исчезнут. So if you create something, I want to tell you some things that will give you a higher probability of success. Потому если вы чем-то занимаетесь, если вы что-то производите, то я хочу вам рассказать некоторые вещи, которые помогут вашему продукту вырасти, чтобы у него было больше шансов устоять. I've developed 4 products that are number 1 in their category in the US. Я произвёл 4 продукта, которые занимают первое место в их категории в Соединённых Штатах. I've developed 4 that are number 1, but I've also developed many more that we eventually discontinued. И, конечно же, 4, которые я произвёл, они начали первое место, но я произвёл и другие продукты, которые, конечно же, не продолжают своё существование. So I want to give you some keys that will help steer you towards success and away from failure. Потому я хочу вас дать вам те принципы, которые возгреют вас для того, чтобы вы достигали успеха и удержали вас от падения. First question you have to ask yourself about the decision is, why do you want to go in business? Первое решение или первый вопрос, который вы должны задать себе относительно вашего решения, должен быть таким: почему ты хочешь заниматься бизнесом? You have to seriously search your soul and ask yourself that question. Why do you want to go in business? Вам нужно очень серьезно отнестись к этому желанию и задать его своей душе и своему сердцу. Почему я хочу быть вовлеченным в бизнес? Some people have answers to that question, and the answers automatically destine them for failure. Некоторые люди, у них есть конкретные ответы на этот вопрос, и их ответы, они уже определяют их тому, что они понесут поражение. They'll have an answer such as, I'm working too hard in my job now, and I want to do something where I can take it easy. Они говорят, например, ну сейчас, ты знаешь, я работаю на той работе, где я работаю, и она очень тяжелая, и мне уже надоело так трудно, так тяжело работать, и я хочу заниматься своим бизнесом, потому что он легче. If that's the reason that you want to go in business, don't go in business. Если это та причина, по которой ты хочешь заниматься своим бизнесом, то сразу тебе скажу, не занимайся своим бизнесом. Because chances are you will work harder when you work for yourself than you will when you work for someone else. То хочу тебе сказать, что шанс того, что ты будешь работать там меньше, то ты ошибаешься. Ты будешь работать на себя намного больше, чем когда ты работал на кого-то другого. Another reason that people will give for going into business, I said, because I want a lot of money and I want a lot of money fast. И обычно еще люди говорят, я хочу заниматься своим бизнесом, потому что мне нужно много денег, и я хочу это много денег получить очень быстро. You can make a lot of money in business, but chances are it's not going to be fast. Хочу сказать, да, ты в бизнесе можешь заработать много денег, но шанс того, что ты быстро их заработаешь, очень маленький. I earn a lot of money from my business now. Я зарабатываю сейчас очень много денег из своего бизнеса. But it took me 7 years before I got my first paycheck. Но мне нужно было работать 7 лет для того, чтобы получить первую нормальную зарплату. Business will require sacrifice. Бизнес всегда будет требовать от тебя жертвоприношения. And if you're not prepared for sacrifice, you are not prepared for business. И если ты не готов жертвовать, то ты не готов к бизнесу. That is why the decision of why you want to go in business is so critical and it is so important. Потому я говорю, то решение, когда ты говоришь, я хочу заниматься своим бизнесом, ты должен его правильно исследовать и критически отнестись к нему, потому что это очень важное решение. You've got to be hungry to make it in business. Ты должен быть голодным для того, чтобы начинаться заниматься бизнесом. And I don't mean hungry from a food standpoint. I mean you have to have a hunger for success and a tenacity to succeed that nothing will stop. Я не говорю о голоде, когда тебе нечего есть, и ты голоден. Я говорю о том, что ты должен быть голоден по успеху. И ты говоришь, что ничего меня не остановит от того, чтобы я не стал успешным. If you're not hungry, you're not ready for business. Если ты не голоден иметь успех, то я хочу сказать, что ты еще не готов к бизнесу. If you're lazy, you're not ready for business. Если ты ленивец, то ты не готов еще заниматься бизнесом. So you have got to have a desire that burns within your soul for success in the business world for you to have a chance to make it.
Потому тебе нужно иметь внутри себя вот такое вот желание, вот этот голод для того, чтобы победить все, что будет происходить в этом мире, чтобы получить успех. My brother Dale spoke yesterday on decision, and he said the word decide means to cut off. И когда мой брат говорил вчера о решении, он говорил, что слово решение это значит обрубить или выйти, отрезать. When you decide to go into business, there will be some things that you will have to cut off. И я говорю, что когда ты решаешь идти в бизнес, то будут такие ситуации в жизни, где тебе придется что-то отрезать в своей жизни. Pastor Sunday charged to get into this seminar for a reason. Пастор Сандей сказал, что будет определенная плата за этот семинар, и на это была конкретная причина. Because it required sacrifice. Из-за того, чтобы тебе получить эти знания, тебе нужна жертва. And if you're not willing to make sacrifice, if you're not willing to work hard, if you don't have the hunger, you will not survive and you will not prosper in business. И если у тебя нету желания жертвовать, если у тебя нету определенного решения, если у тебя нет этой жажды, то я хочу сказать, что ты не выживешь в бизнесе. If you have a dream, если у тебя есть мечта, if you have a vision, если у тебя есть видение, if you have a desire in your heart, если у тебя есть желание в твоем сердце, it can come into fruition, то оно может прийти в жизнь. But you must go about doing it the correct way. Но тебе нужно все это осуществить и применять только правильным путем. How many of you, by show of hands, know without a shadow of a doubt that you are destined for business? Как многие из вас могут поднять руки и сказать без сомнения, что вы 100% предназначены для бизнеса? How many of you will keep going even when things get tough? А как многие из вас будут продолжать двигаться в бизнесе, несмотря на то, что вещи могут казаться очень тяжелыми и будут трудности? How many of you will keep going even when you lose money? А как многие из вас будут продолжать заниматься бизнесом, даже если вы будете терять деньги? How many of you will keep going even when your first, your second, your third idea fails? How many of you will keep going? Как многие из вас будут все равно заниматься бизнесом, если ваша первая идея, вторая идея, третья идея, все потерпят крах? How many of you will keep going when your husband or when your wife tells you you need to quit this thing? Как многие из вас будут продолжать заниматься бизнесом, если ваша жена или ваш муж или ваши родственники скажут, послушай, тебе нужно перестать заниматься ерундой. I know this sounds tough, but this is real. Я знаю, что оно звучит очень тяжело и строго, но на самом деле это реальность. When I got ready to start my company, I told my mother, I said, mother, this is the amount of money that I want to do each month. И когда я начинал свою компанию, я сказал своей матери при разговоре, сказал, мама, вот та сумма, которую я хочу зарабатывать каждый месяц. My mother told me, you can't do it. И моя мама сказала мне, ты не сможешь заработать. And my mother is a usually extremely positive person. И вы знаете, что моя мама вообще по жизни, она всегда была позитивным человеком. But when I told my mother my business vision, she said, you can't do it. Но когда я своей матери рассказал о том, какое мое видение на бизнес, она сказала, ты этого не сможешь сделать. I now do four times what my original vision was. И а сейчас я делаю в 4 раза больше, чем тогда я говорил моей маме свое видение. You will have people who will tell you that you cannot do it. У вас будут люди вокруг вас, которые скажут, ты не справишься, у тебя ничего не получится. But you have to know within your heart and your soul that you can. Но вы должны знать в своем сердце, в своей душе и твердо стоять на том, понимая, что вы сможете. I had someone who came to me and said they wanted to invest into my business. Я помню, как-то недавно пришел ко мне человек и сказал, мы хотим инвестировать в твой бизнес. I had not made any money with my first two products. И с первыми двумя моими продуктами я тогда еще не заработал никаких денег. And I told them, I said, don't you know I've lost money with my first two products and you still want to invest? I said, why? И я сказал им, послушайте, вы что, не знаете, что первых два продукта, они не имели успеха на рынке, и вы при всем этом все равно хотите инвестировать в меня, почему? They said, because I know you will not quit until you succeed.
Они сказали, потому что мы знаем, что ты не сдашься до тех пор, пока ты не будешь успешным человеком. You have to be able to look yourself into the mirror and say, I will not quit until I succeed. Вы должны быть способны быть такими людьми, которые, смотря на себя в зеркало, покажете на себя и скажете, ты не сдашься до тех пор, пока не станешь успешным. Now, how many of you still can raise your hands and say, I make the decision that I want to go into business? А теперь поднимите руки те из вас, кто может сказать, я все равно принимаю решение, что я буду заниматься бизнесом. Hallelujah. Hallelujah. That's the decision. Это и есть то решение. The second thing that I want to talk to you about. Вторая вещь, о которой я с вами хочу сейчас говорить. Well, before I get to the second thing, let me ask, are there any questions that anyone has just dealing with the decision? Перед тем, как я перейду ко второму пункту, я хочу спросить у вас, есть ли у вас какие-то вопросы, что касается темы решения? Перед тем, как мы перейдем ко второму пункту. The second thing that I'd like to talk about. Второй момент, о котором я хочу сейчас говорить. Is the idea. Это идея. Many people want to go into business, but they don't know what they want to do. Очень многие люди, они хотят заниматься бизнесом, но они так толком и не знают, что же на самом деле они хотят делать. They know that they want to own their own company. They know they want to work for themselves, but they just don't know what to do. Они знают, что они хотят, чтобы у них была большая успешная компания, которой бы они владели, но когда задаешь им вопрос, чем ты хочешь заниматься, они толком сами не знают. People come to me for advice all of the time, and they say, Pastor Bronner, I want to start a business. Очень многие люди приходят ко мне и говорят, Пастор Бронер, мне нужен ваш совет, я хочу начать заниматься бизнесом. But I don't know what to do. Но я не знаю толком, чем заниматься. How many of you know exactly what you want to do in business? Как много здесь сидящих, вы знаете, чем вы хотите заниматься в бизнесе? Some do. Некоторые знают. Two out of three don't. Но два человека из трех, которые здесь сидят, вы не знаете, чем бы вы хотели заниматься в бизнесе. One of the biggest decisions that you will make after you decide to go into business will be what to do. Одно из вторых больших решений после того, как вы решите заниматься бизнесом, будет таким: чем же мне заниматься? When you make the correct decision about what to do, half of the battle is already won. После того, как вы примете решение, чем заниматься, то половина битвы, с которой вам придется столкнуться, уже выиграна. In America, when students graduate from college, most of them don't really know what they want to do. Очень много студентов в Америке после того, как они выходят с вузов, они толком сами еще не знают, чем им нужно заниматься. When you don't know your course and when you don't know what you want to do, the world will give you something to do. Когда ты не знаешь своего курса, когда ты не знаешь, куда ты направляешься, то приготовься к тому, что мир скажет тебе, чем тебе нужно заниматься. And most people are driven by the wind, they're not driven by setting their own course. И очень многие люди, они ведутся тем ветром, который существует в мире, а не тем курсом, который они выбрали сами. So not only do you need to have an idea, you need to have a good idea. Не при всем том, что вам нужна какая-то идея, чем заниматься, но вам нужна классная идея, чем заниматься. A bad idea will take you out of business. Потому что плохая идея, она выведет тебя из бизнеса. Let me give you some keys on getting a good idea. Я хочу вам сейчас дать несколько ключей, которые помогут вам определить хорошую идею. First, decide what your passion is. Первое, определите, к чему у вас лежит сердце или к чему у вас страсть. What do you really love to do? Что вам нравится делать или что вы любите делать? I'll tell you something about myself. Я расскажу вам немножко о себе. I've never worked a day in my life. Я даже и дня не проработал в своей жизни. I love to do what I do. Я люблю делать то, что я делаю. And when you love to do what you do, it's not work. И когда ты любишь заниматься тем, чем ты занимаешься, то это уже не работа. If you can find your passion,
Если ты сможешь определить свою страсть или к чему расположен ты, and bring your ideas alive in your passion, и сможешь свои идеи употребить в жизнь через то желание, которое у тебя есть, then your work is no longer work, it is a joy. То с тех пор эта работа больше не работа для тебя, это наслаждение. I own a company that makes vitamin products because health of the body is a love of mine. Вы знаете, я имею компанию, которая производит витамины, и оно дает здоровье людям, здоровье человеческому телу. И это то, что я люблю делать. I believe strongly in the health of the body. Я очень сильно верю в то, что необходимо иметь здоровое тело. I studied heavily into taking care of my own body. И я сам изучался и учил, как нужно заботиться о своем теле. So I was able to take that passion, потому я был способен взять ту страсть или то, к чему я был расположен, and turn my passion into profit. И повернуть вот это желание мое в то, чтобы оно приносило мне прибыль. Now you do have to have a degree of wisdom in understanding your capabilities within your passion. Конечно же, вам нужно и необходимо иметь определенный уровень знаний и мудрости к тому, какие способности у вас есть. I spoke at one of your daughter churches a couple of nights ago. Несколько вечеров назад я как-то проповедовал в одной из ваших дочерних церквей. And the pastor of the church said that I looked just like Lennox Lewis. И пастор сказал, что я выгляжу так, как Lennox Lewis. For those of you who don't know, Lennox Lewis was the heavyweight boxing champion of the world. Lewis, он был тем человеком, который выиграл тур по боксу среди тяжеловесов. One of my real desires when I was growing up, I wanted to be heavyweight champion of the world. И вы знаете, одно из моих желаний было в жизни, что я мечтал стать таким чемпионом среди тяжеловесов. I really had a desire to do that. У меня на самом деле было желание вот стать таким. But my body would not take me where my passion wanted to go. Но мое тело, оно меня не несло туда, где было мое желание. I couldn't fight that good. Я не мог найти себя там. I would have gotten beat up. Если бы я пошел с кем-то драться, вот с тяжеловесом, они бы меня побили. Even though it was a passion, I did not have capability for it. При всем том, что у меня было и мое сердце было расположено к этому, у меня не было способности и возможности стать таким. So you have to be able to balance what you really want to do with what you are truly capable of doing. Потому хочу сказать, что вы должны иметь баланс с тем, что вы хотите делать, и с тем, что вы способны сделать. Jesus said in Luke 14:28. Иисус сказал в Луки 14:28. He said, "Who among you would build a tower without first counting the cost?" Он сказал: "Представьте себе, кто бы мог из вас построить здание или крепость без того, чтобы посчитать свои способности?" He said, because if you build the tower and you don't have enough money to finish it, people will think that you are a fool. И он сказал, что если вы пытаетесь построить здание, и при всем этом вы не посчитаете количество средств, которые вам необходимы, и начали строить и не достроили, то люди скажут, что ты глупый. He also said, if you have to go to war, and you have to go to war against a king who has 10,000 men, and you only have 1,000 men, you need to send an ambassador. И он сказал также, что если ты собираешься идти на войну против царя, у которого 10 тысяч человек, а у тебя всего лишь 1,000, то в этот момент тебе лучше послать посла, чтобы договориться о мире. Business is war. И бизнес — это война. It has the same terminology as war. У него такая же терминология, как у войны. You take market share from your competitor. Вы на самом деле занимаете кресло рынка у вашего соседа или того, кто с вами соревнуется. It's territory. Это территория. When you see advertising of one product, they are trying to take business from another product. Если вы видите, что происходит реклама на какой-то продукт, то хочу вам сказать, что вы должны посмотреть, что это на самом деле они пытаются забрать место какого-то другого продукта на рынке. Your competitor wants to make you starve and your children skinny. Человек, который с вами соревнуется, он хочет, чтобы ты остался голодным, а твои дети худыми.
Business is war. Бизнес – это война. So even when you have passion for something, you must be able to balance it against your ability. Потому даже при всем том, что у тебя есть желание, и ты расположен делать какой-то бизнес, тебе нужно посчитать свои способности. So don't just ask yourself, what do I want to do? Потому не просто задавайте себе вопрос, чем я хочу заниматься. Ask yourself, what am I good at? Но задайте себе вопрос, а что я умею делать классно? And when you find what you want to do, и после того, когда вы определите, что вы хотите делать, and what you are good at, и посмотрите на то, в какой сфере вы являетесь на самом деле первоклассным работником, then you will have an idea that is viable. Потому вы сможете через эти два момента определить ту идею, которая будет успешной или которая будет доступной. When you get your idea, и когда вы уже принимаете или получили свою идею, seek out a person who is successful in business. Найдите человека, который на самом деле является успешным человеком в бизнесе. Tell them your idea. Скажите им вашу идею. And then listen to the response of what they say about your idea. А потом внимательно выслушайте о том, что они скажут в ответ на вашу идею. Most of the people who come to me for advice, they have ideas. Многие люди, которые приходили ко мне, говоря свою идею, I don't even have to meet with most of them. I can talk with them on the telephone. Мне даже не нужно с ними встречаться, чтобы видеть их лицом к лицу. Я могу с ними поговорить по телефону. And I will tell them, if you cannot explain to me in 5 minutes what you want to do, you will not be able to explain it to a potential customer. И я ему сказал, я часто говорю людям, что если ты в течение 5 минут не можешь мне открыть идею твоего бизнеса, so, то ты не сможешь донести идею своего бизнеса человеку, которого ты хочешь сделать своим потребителем. So tell me what you want to do, and I'll give you my advice on whether I think it will work. И потому я говорю, скажи мне, чем ты хочешь заниматься, и я скажу тебе в ответ, будет оно работать или не будет. Be sure to ask a successful person. Потому убедитесь также, что вы задаете вопрос успешному бизнесмену. Don't ask someone who's complaining. Не задавайте вопрос тому, кто является человеком, кто ропщет. Don't ask someone who's broke. И не задавайте вопрос кому-то, кто на самом деле уже сломан. Ask someone who is in a position where you want to go. Но спросите у кого-то, кто находится уже в том положении, куда бы вы хотели дойти. And then you must have the wisdom to listen to what they say. И потом вам нужно принять мудрость и выслушать все то, что этот человек вам скажет. Everyone who comes to me with an idea, каждый из людей, который приходит ко мне, говоря свою идею, thinks that it is an awesome, humongous idea. Он думает, что это потрясающая, сверхъестественная идея, которая покроет все народы. They always think it will do a minimum of $10 million a year. Они говорят, минимум десятка миллионов заработано в карман за год. The other thing that they always say, without fail. И они часто говорят, это вообще не имеет никакого, то есть она не будет в уроне, эта идея. They always say, God gave me this idea. Они всегда говорят, Бог, сам Бог пришел и дал мне эту идею. Out of all the people who come to me for advice, they have two things in common. Все люди, которые приходят ко мне, практически все, у них у всех две общие фразы. They think it's a big idea that absolutely cannot fail. Они говорят, первое, это большая идея, такая серьезная идея, она точно не потерпит урона. And they think God gave it to them. И второе, это то, что именно Бог дал им эту идею. So I am speaking out of experience. Потому я говорю вам сейчас из своего опыта. And 95% of them have virtually no chance of working. И 95% всех идей, которые я выслушал, они не имели шанса даже выйти на рынок. So take your idea to someone successful and ask them for their opinion. Потому возьмите вашу идею, потом придите к человеку, который на самом деле является успешным, и спросите их мнение о вашей идее. An idea is something that has no fixed value. Потому хочу сказать, что идея это не что-то, где есть фиксированная ценность. How many of you have thought of something and years later you saw it on the market?
no, thought of something. How many of you have had an idea and years later you saw the product on the market? Как многие из вас, у вас была какая-то идея, а потом чуть позже вы обнаружили, что кто-то уже это произвел и оно есть уже на рынке? Quite a few of you. Несколько, да? How much did you get paid for the idea that you thought of before the other person? Скажите мне, сколько вам заплатили за то, что вы подумали о том, что уже произведено? An idea is the only thing that you will have that has no fixed value. Потому идея это что-то, что не имеет за собой фиксированной цены. It has value only when you successfully put it into action. Потому идея, она имеет в себе ценность только тогда, когда ты успешно внедряешь ее в действие. The third area. Does anyone have any questions that they'd like to ask about ideas? Которые бы хотели спросить насчет идеи? Микрофон. Вам предлагают идеи, касающиеся вашего бизнеса или вообще разных бизнесов? Ideas about their own business. They ask me ideas about every type of business. Even они задают мне вопросы по любым сферам бизнеса. And one of the reasons they do this is we actually, our family is very diversified into business. We make hair care products. We also produce the largest trade show convention in the state of Georgia where we are located. В общем, он говорит, почему люди задают нам разные вопросы, они не только меня спрашивают, что касается моего бизнеса, но они задают нам вопросы по разным бизнесам, так как наша семья занимается совершенно разными и различными типами бизнесов. We publish a national magazine. Они печатают национальный журнал. We have a movie company that develops films. У них есть киностудия, которая производит фильмы. Did the movie The Gospel come here? Фильмы, которые, вот евангельские фильмы, фильмы, которые вы смотрите. Did anyone see that movie, The Gospel? Кто-то из вас видел фильм «Евангелие»? One person. Два человека. My brother owns a company that made The Gospel. Мой брат, он содержит как бы ту компанию, которая произвела фильм «Евангелие». So we have a lot of different business ventures, so people ask us about business. Потому хочу сказать, что у нас есть разные виды деятельности, и потому люди задают нам вопросы, что касается любого рода деятельности. That's not really related to our direct business. И напрямую, возможно, их идея, она и не связана с нашим бизнесом. Even if something is not related to your direct business, principles are the same. Даже если что-то, что люди задают тебе вопрос непосредственно напрямую не связано с твоим бизнесом, то ты должен понять, что принципы одинаковые. If you understand the principle, they apply to virtually all businesses. Если ты понимаешь принципы, как они действуют, то их можно применять к любому бизнесу. Any other questions about ideas? Есть ли еще какие-то вопросы, что касается идей? Yes. Решение идеи только половина. В смысле половина? Ну то, что половина. Половина успеха? He's just asking why when you said that idea and decision, why is that the 50% or half percent of battle is won? Why is that? Why? What is the other 50%? All right. He wanted to know. I said that once you have the idea and decision that 50% of the battle is won. Когда мы сказали, что если у тебя есть решение и идея, то 50% битвы уже побеждено. The reason that I say that. И причина почему. You'll find that true in most areas of life. В большинстве сфер жизни вы находите ответ уже на этот вопрос. When you truly find your calling. Когда ты по-настоящему находишь свое призвание, and you make a decision to put everything you have in your calling, и ты принимаешь решение, все, что у тебя есть, использовать для того, чтобы осуществить свое призвание, then half of the battle is won. Потому уже ты можешь увидеть, что половина битвы в твоей жизни, оно побеждено. In the areas that I have to counsel people, problems are in three areas. Сферы, в которых я консультирую людей, обычно они имеют три главные проблемы или три главные проблемные сферы. Money. Первое – деньги. Relationship. Взаимоотношения. Health. Здоровье.
Those are the three big areas. И это те три большие сферы. Even in marriage, даже в браке, the problem that people have is who to marry. Проблема, которую имеют люди перед тем, как жениться, они задают вопрос, за кого выйти замуж или на ком жениться. Then when they get married, the problem they have is, did I marry the right person? Потом, когда они женились или вышли замуж, они задают себе вопрос, а я женился на правильном человеке или вышла замуж за правильного человека? I know without a doubt that the woman I married is the woman that I was supposed to marry. Я знаю без сомнения, что женщина, на которой я женился, она та, на которой я должен был жениться. So even when we have disagreements and even when we have problems, as all marriages do. Это вопрос, который, вот вопросы, которые выступают в наших браках, во всех семьях они возникают одни и те же. I had made the decision and I knew that the idea was correct. Потому я принял решение жениться, и я знаю, что идея на правильном человеке жениться, она правильная. And if you have no doubt about that, half of the battle is won. И потому, если у тебя не возникает и сомнения о том, что ты сделал правильно, то половина битвы в твоей жизни уже выиграна. So that's what I meant about. Вот что я имел, когда я говорил о половине битвы. Decision and idea. Что решение и идея. One of the ways that the devil will attack you. Один из путей, которыми дьявол будет вас атаковать, is to make you fear and doubt. Это сделать так, чтобы ты боялся и сомневался. And when you have fear and doubt, и когда в твоей жизни есть сомнение и страх, you're already defeated. То все, ты уже поражен. Because things will scare you. Потому что вещи вокруг тебя будут пугать тебя. You won't be able to think straight. У тебя не будет способности думать ровно, правильно и в правильном направлении. Your lack of confidence radiates onto other people. Недостаток твоей уверенности, она как радиация, будет влиять на других людей. That's why I said you must know that it is your divine destiny to do so. Потому ты должен 100% знать, что это и есть божественное направление в твоей жизни. And that's why I said you must also know your capabilities. Потому я тоже вам сказал, что вам нужно знать ваши способности. The greatest story in the Bible of a man who went against what seemed to be insurmountable odds is David and Goliath. Если вы хотите увидеть на самом деле, как, например, работает этот принцип в жизни мужа Божьего, посмотрите на принцип Давида и Голиафа. But David did not go against insurmountable odds when you understand the story. Когда вы понимаете историю, непобедимой армии, да? Он, если вы заметите, что Давид, он не выходил против непобедимой армии. David understood his capabilities. Давид, он понимал свои способности. The idea was he had to slay Goliath. И его идея была это сломать или поразить Голиафа. He made a decision to do so. И у него было решение, он принял решение именно завоевать его, сокрушить его. But Goliath was a big man. Но Голиаф, он был такой громадный мужик. But David had already killed a lion and a bear. Но при всем этом, посмотрите, Давид уже сражался с львом и с медведем. And a lion is tougher than any man. И я думаю, что лев на самом деле, он намного строже или сильнее и опаснее, чем любой другой человек. I would rather fight a big man. При всем том, я бы лучше, говорит, боролся бы с большим мужиком. Any day than a big lion. В любой день моей жизни, чем с большим львом. So when you understand, David knew his capabilities. Потому когда вы смотрите на эту историю, вы можете увидеть, что Давид осознавал его способности. Now the problem that many have in business is they try to tackle Goliath. Вы знаете, проблема, которая возникает у бизнесменов, это то, что они вначале целятся на Голиафа. And they haven't even beaten a small man. И при всем том, они в жизни еще не побили даже маленького человечка. That's why you must know your capabilities. Потому я говорю, тебе нужно и тебе необходимо знать свои способности. And if your capabilities are small, и если твои способности, они маленькие, you need to be here tomorrow. То тебе нужно завтра находиться на этом семинаре завтра. Pastor Dale is going to speak about the 5 ways of increasing and developing your capabilities. Пастор Дейл завтра будет говорить о том, как взрастить и как увеличить твои способности. He's going to teach you how to handle the Goliath.
Он покажет вам и научит вам, как иметь, как научиться воевать с Голиафом. Any more questions about the idea? У кого есть еще какие-то вопросы, что касается идеи? Там в самом-самом конце. В микрофон, пожалуйста, говорите, мы записываем все на кассету. Я занимаюсь анимацией, я делаю мультфильмы сам. Я хочу идеи применить в жизнь. Как это можно сделать? Чем вы занимаетесь, извините? Анимацией, мультфильмами. А. He's making cartoons, and his idea is to make cartoons. How to actually this idea to apply in life? Okay. He said that he is making cartoons and he wants to know how does he apply this in life. То есть вот вы слышали вопрос, да, человек занимается анимацией или производит мультфильмы, и как это употребить в жизнь, правильно? Very good question. Очень хороший вопрос. I have a member of my church who also draws cartoons. У меня есть тоже в моей церкви один мужчина, который также рисует мультики. That arena is in what I would call the entertainment industry. Я хочу сказать, что эта сфера бизнеса, она относится к отдыху, то есть это как бы развлечение. Let me give you some other examples of things that are in the entertainment industry. Хочу дать вам некоторые примеры, которые также находятся в сфере развлечения, как бизнес. Singing. Петь. Athletics. Атлеты. Writing. Люди, которые пишут. Acting. Книги. Люди, которые показывают сценки. Modeling. Люди, которые являются моделями или моделируют что-то. All of those are in the entertainment industry. Все вот эти сферы, они находятся именно в сфере бизнеса развлечения. And usually people who are in the entertainment industry, they love what they do. И обычно те люди, которые работают в этой сфере, им очень нравится их работа. They love to sing, им нравится петь. They love to dance, им нравится танцевать. They love to paint and draw, им нравится рисовать и все остальное производить. They love to write, им нравится писать стихи или писать книги. There is one general rule that I always give people who are in the entertainment industry, whatever area. Есть одно общее правило, которое я даю всем людям, которые работают в сфере развлечений. Just to let you know, one of our other ventures, we used to also make music. We had a music company. И хочу вам сказать немножко о нашем бизнесе, что у нас тоже была компания, которая занималась производством музыки. I was a part of a singing group. We made 3 albums. И я был также членом одной команды, которая пела, и мы записали 3 альбома. And we had 3 of the songs that went to the top 100 on the Billboard chart. И хочу сказать вам, что 3 наши песни, они вошли в сотню наилучших песен. So I'm familiar with the entertainment industry. Потому у меня есть связь, я не связан со сферой развлечений. And I was in association with a lot of singers, recording artists. И я также работал в ассоциации вместе с многими певцами, людьми, которые занимались записью кассет и дисков. The first rule of anything in the entertainment industry is this. И первое правило в любой сфере развлечений вот такое оно. Never depend upon it to pay the rent. Никогда не завись от того, куда дует ветер. Eighteen CDs has written. Oh, okay. Как певец? As a singer and as a composer, he's written 18 CDs as a. Oh, player. He's written 18 CDs. So does that make good advice on never? Дает ли вам это хороший совет? So he's written 18 CDs. Вот человек говорит, да, что он записал 18 дисков. And the advice of never depending upon it to pay the rent is accurate. Let me tell you why. И потому я еще раз вам говорю, никогда не зависите от того, куда дует ветер. And I always tell people who are in any entertainment venture, give it the best that you've got. Я часто говорю людям, которые работают в сфере развлечений, я говорю, отдайте то лучшее, что у вас есть. But always keep a job that's going to pay your basic bills. Но всегда, я им часто говорю, но все равно, продолжайте иметь ту работу, которая будет помогать вам оплатить те затраты, которые у вас возникают. Because anything in the entertainment industry, it's fickle.
It's variable, unstable. И потому я говорю, что все, что есть в сфере развлечений, оно как бизнес, оно, или вернее, эти идеи, они очень нестабильные. So never depend on it to pay the rent. Потому никогда не зависите от того, что вам нужно платить, например, какую-то аренду за здание или что-то, что касается аренды. I'm in the entertainment business. Я тоже работаю в сфере развлечений. I am working on my fifth book. Я сейчас работаю и разрабатываю свою пятую книгу. Books are entertainment. И книги, на самом деле, они относятся к бизнесу развлечений. I have two people in my congregation who have written books. У меня есть два человека в нашей общине, которые написали уже книги. But they're the wrong kind of books. Но эти книги, они в неправильном каком-то положении. If you're going to go into the entertainment industry, first study the industry. Потому я говорю, что перед тем, как тебе вступить в бизнес, где именно что касается сферы развлечения, изучи этот бизнес. Study the successful cartoonist. Изучи того, кто является успешным мультипликатором. Find out how they made it. Посмотри и выучи то, каким образом они стали успешными. In the entertainment industry, you generally need an agent to represent you for best results. В сфере развлечения обычно тебе нужен агент, который бы мог бы тебя представлять в сфере людей. Every book that I have written, I have sold out of multiple printings. Любая книга, которую я написал, я продавал ее через оптовый рынок. But I've known how to pick subjects and topics that people want to buy. Но я знаю, как выбрать необходимый предмет, на который писать книгу, или необходимую тему, которая людям нужна. Let me give you an example of the book that I am working on now. Я сейчас вам скажу пример на ту книгу, о которой я сейчас пишу. The book that I am working on now is called Fat to Find, The Spirit of Weight Loss. Fat to Find? Just The Spirit of Weight Loss is good enough. Spirit of Weight? The Spirit of Weight Loss. Can you rephrase it? It's called The Spirit Behind Losing Weight. В общем, книга, которую он сейчас пишет, называется «Дух, который стоит за тем, чтобы научиться потерять вес». In America, we have a big problem with people who are overweight. В Америке у нас есть большая проблема с тем, что люди, они весят больше, чем им нужно весить. So I'm writing a book that deals with a lot of the factors that other people have not dealt with in losing weight. Потому сейчас я пишу книгу, которая помогает разобраться с теми факторами, которые мешают людям потерять вес. There are techniques that I have discovered that I'll be able to tell people in the book. Есть некоторые техника, которую я обнаружил и которую я описываю сейчас в моей книге. For example, I'm able to tell them how to eat double portions of sweets and still lose weight. Например, я описываю им, как научиться есть в два раза больше сладкого, чем ты ешь, и при всем этом оставаться худым и терять вес. I've got 20 things like that on the book. That's just one of them. И я вам рассказал всего лишь один принцип из 20, который я описываю в своей книге. Now just from hearing that one thing, how many of you here would be interested in buying that book? И просто из того, что вы услышали уже то, что я вам сказал, как многие из вас будут заинтересованы прочитать эту книгу? All women. That brings me to the next subject of the product. И это приводит меня сейчас уже к следующему части темы, как мы говорили с вами, и она называется «Продукт». You have to have something that people want. Вам нужен иметь такой продукт, который бы люди желали или хотели бы иметь. The idea basically is the basis for the product, but the product is the actual manifestation of your idea. На самом деле идея, она производит сама по себе или вложит основание в продукт. Но продукт – это на самом деле осуществленная идея, которая у вас была. It can be a physical product, or it could be a service. Вы знаете, что это может быть как какой-то определенный продукт, также это может быть и сфера обслуживания. The gentleman in the back who draws cartoons, the cartoons are his product. Человек, который сзади говорит о том, что он любит заниматься анимацией, получается, мультипликация, которую он производит, это и есть его продукт. Do you know what the first job man had in the Bible? Вы знаете, какая первая работа, которая была у человека в Библии? Yeah, the earth, you know, just digging the earth. And... No, it wasn't digging the earth. Нет, не было.
It was naming things. Naming. Да, называть вещи своими именами. The first job that man was given was to name things. Первая работа, которая была дана человеку, она это было, чтобы он называл вещи теми именами, которые он хочет. With your product or service, one of the most important things behind it will simply be the name of it. Потому с вашим продуктом или со сферой обслуживания, которую вы хотите сделать, прежде всего вам нужно определиться с именем. Как вы это назовете? Large companies spend a lot of money researching to come up with a good name. Многие компании тратят огромные суммы денег для того, чтобы изучить рынок, изучить слова, чтобы назвать свою компанию определенным именем. The name is the first thing that you need to put priority on doing whatever you're doing. И имя или найти имя и назвать свою компанию, это должен быть приоритетом номер один, когда вы начинаете заниматься бизнесом. Large companies can sometimes have complicated names because they can spend millions of dollars to advertise it so that it becomes memorable to you. Большие компании, у которых длинные имена, они могут тратить огромные деньги на то, чтобы эти длинные имена свои рекламировать как можно больше, чтобы люди начинали запоминать, и это стало на самом деле для них как словом внутри. You do not have that luxury. Но у вас нет вот такого. You need to be able to tell people the name of your product or the name of your service or the name of your company, and they need to be able to remember it easily. И вам нужно сейчас иметь на самом деле название ваше таким, чтобы когда вы скажете это человеку, или когда человек будет слышать название, чтобы ему было очень легко запомнить, как называется ваш бизнес или ваши услуги. Oftentimes, when we advertise our company, or if we tell the people about our company, they don't need our service until weeks or months later. И очень часто, когда мы, например, рекламируем нашу компанию, то происходит так, что людям, возможно, и не нужны наши услуги, или наш продукт, или наш бизнес, возможно, первых несколько месяцев, или даже больше. But if you have a good name, they can remember you. Но если у вас хорошее имя, то люди могут вспомнить чуть позже, когда появится нужда. The Bible even said a good name is better than riches. И Библия говорит, что хорошее имя лучше, чем богатство. In business, a good name is riches. И я хочу сказать, что в бизнесе хорошее имя – это уже богатство. Let me give you some techniques on selecting a good name. Хочу дать вам сейчас некоторые технологии, как можно выбрать хорошее имя. First, come up with 5 or 6 good names. Первое. Выберите 5 или 6 хороших имен. Write them down. Запишите их. Go to your friends, families, and other people. Пойдите к своим друзьям, к своим соседям, к своим родственникам. Read the names off to them. Прочитайте им эти имена. Go back an hour later. И через час позже придите к ним снова. And ask them, what do they remember? И спросите у них, какое имя ты запомнил. If they cannot remember the name, если они не могут запомнить имя, don't use it. Тогда не используйте это имя. If they can't spell it, если они не могут даже по буквам его рассказать вам, don't use it. Вообще не используйте это имя. Memory power is very important for your company, product or service. Потому что власть или сила памяти, она необходима для вашего продукта или для вашего бизнеса. Pastor Sunday asked me yesterday, did I have a brochure about my company? Пастор Сандей спросил меня, скажи, у тебя нету с собой брошюры, где бы было описано название твоей компании или о твоей компании? I said, no, I do not. He then asked me, what is the website? И потом он спросил меня, я ему сказал, нет, у меня нет с собой. Он сказал мне, а какая веб-страница? Скажи мне название веб-страницы твоего бизнеса. I told him the website was thewoman.com. Я ему сказал, что моя веб-страница звучит так: woman.com, то есть .com. He said, I can remember that. I don't even have to write it down. Он говорит: "Слушай, я это запомню, даже можешь не записывать". That's the kind of name that you need. Потому вам необходимо вот такое название. We sell health food products to thousands of stores all across the U.S. Мы продаем наши продукты по многим магазинам Америки. The stores will call my company to place their order.
И эти магазины, они звонят в нашу компанию для того, чтобы заказать новые продукты. When they dial the telephone number, they dial 1-800 the woman. Они набирают телефон к нам, у них там просто с буквами еще есть телефон, и они набирают 1-800 woman. They don't have to write it down. Им не нужно записывать это название. It sticks in their head. Оно уже в голове у них там запомнено. You need a name of your company, product or service that sticks in people's heads. Потому вам необходимо иметь название вашего продукта или вашей фирмы или тех услуг, которые вы делаете таким образом, чтобы оно просто затопорилось в голове человека. People don't understand that often the big success in a product is not what's inside, it's what's outside. И очень многие люди, они не до конца понимают, что на самом деле успех бизнеса находится не внутри продукта, а то, какой он снаружи. Companies will spend more time and more energy getting the label right than they do the inside of the product. И компании, они больше будут проводить время для того, чтобы найти лейбл или название на свой продукт, чем на то, какой у них будет продукт. Because if people don't pick the product up and buy it from the label, they'll never find out what's on the inside. Потому что если люди не будут покупать продукт из-за лейбла, из-за названия, то они никогда не обнаружат, какой вкусный или невкусный продукт. Whatever you do, что бы вы ни делали, you need to be able to clearly express to people why your stuff is better. Потому что бы вы ни делали, вам нужно четко и ясно уметь объяснить людям, почему то, что вы делаете, лучше. If you're selling and trying to pitch your cartoons to an agent, you need to be able to tell the agent why your cartoons are better than the cartoons that are out there. Если вы, например, производите мультики, вам нужно, когда агент, например, есть человек, который может купить ваши мультики, вам нужно быть способным объяснить ему, почему ваш продукт лучше, чем некоторые другие. If you clean houses, если вы убираете дома, к примеру, you need to be able to tell people why your cleaning service is better than anyone else's. Если вы убираете, то вы должны быть способны рассказать людям, почему уборка дома, ту, которую вы делаете, намного лучше, чем та уборка, которую делает до вас компания какая-то. Whatever you do, что бы вы ни делали, you need to be able to have clearly defined features and benefits of your product or service. Что бы вы ни делали, вам необходимо иметь определенные черты, определенные характеристики ваших действий, которые бы говорили за вас, что это лучше, чем тот, кто делал до вас. With an easy to remember, и это должно быть легко запоминающиеся вещи, easy to spell, для того, чтобы их было легко написать на бумажке, and easy to understand name. И легко для того, чтобы понять и осознать имя. People are very, very, how would I put this? People buy on appearances. People purchase products because of appearances. Хорошо. Люди, они покупают продукт от того, как он выглядит, от того, как он себя представляет. Оформлен. Our cosmetic business deals with this same principle. Наш косметический бизнес, он работает по этому же принципу. Men are attracted to women, and women are attracted to men because of what's on the outside. Вы знаете, что женщины, они смотрят на мужчин, а мужчины смотрят на женщин, и они друг другу как бы начинают приближаться только из-за того, как они выглядят снаружи. Your spirit can be ever so beautiful. Конечно же, ваш дух внутри может быть самым красивым. But if they don't like what's on the outside, но если им не нравится то, что снаружи, they won't find out what's on the inside. Они никогда не обнаружат, какой красивый был дух. Your product and service is the same way. И ваш продукт, и ваши услуги, они точно так же должны выглядеть. So you need to have a good-looking, good-sounding product or service. Потому вам необходимо иметь хорошо выглядящий, хорошо звучащий продукт или услуги. And running it by or asking some friends their opinion of it, and if they can remember it, will give you a very good guide. И потом побегите к своим друзьям, когда вы определите какое-то имя, и спросите у них, что они думают об этом имени, и запомните, что они могут вам дать очень хороший совет, который вас направит в правильную сторону. That's the outside. Вот это имя, это и есть наружная часть вашего бизнеса. Then you have to have the inside to where it meets expectations.
Потом вам необходимо иметь внутреннюю часть, где ожидания людей о вашем продукте или услугах будут встречены. Whatever you promise, что вы обещали, you must deliver. Вы должны донести до людей. If you do that, если вы так поступаете, then you will be on the way to a successful business. То вы уже будете находиться на пути к успешному бизнесу. Does anyone have any particular questions about any of the three areas that Если I've у вас у кого-то какие-то определенные вопросы, что касается этих трех сфер? Возьмите микрофон, микрофон возьмите, мы записываем. Вот, допустим, я сталкивался с такими вещами, как ну, у нас есть очень много фирм, которые распространяют биологически активные добавки. И то, с чем я столкнулся, и с моей точки зрения, мне кажется, что это некорректно, но вот как это выглядит в сфере бизнеса, что когда фирма предлагает свою продукцию, они говорят, что только их продукция хорошая, а те, которые производят другую продукцию, у них плохая продукция. Правильно ли это с точки зрения бизнеса? А это правда или нет на самом деле? Вы понимаете, вот допустим, я как потребитель обращаюсь в какие-то фирмы, которые производят биологически активные добавки. И я уже столкнулся не с одной фирмой, и каждые говорят одно и то же. Только наша продукция хорошая, вы будете здоровы, только принимая нашу продукцию, а если вы будете принимать ту продукцию, вам это не поможет. Okay. It's a sales machine, yeah. Well, fundamentally what he is saying, если мы посмотрим в основу, что говорит наш брат, is that every company says that their products are best. То, что каждая компания говорит, наше болото лучше, да, или? In America, there was one advertising slogan. И в Америке было It's an advertising statement. Была одна такая фраза, которая в Америке постоянно повторялась And на рекламе. It was by Avis Car Rental. Do you have Avis here? Это была Avis, это такая компания Avis, которая дает в аренду машины. Do you have Avis here? Car rental. No, okay. It is a car rental company. Это была компания, которая дает в аренду машины. In America, the number one car rental company is called Hertz. И в Америке is the same here. Okay. И в Америке номер один компания, которая сдает свои машины в аренду, называется она Hertz. Она и у нас так есть. In America, Avis is number two. А Avis в Америке это компания номер два, которая сдает свои машины в аренду. Their slogan was, "We are number two. We try harder." И она говорит, их такая фраза была, мы компания номер два, но мы намного больше или мы намного сильнее трудимся. So even though they admitted they were not number one, they did say we're going to work harder to please you than the number one company. Ну что они сделали? Они сказали, да, мы признаем, что мы компания номер два, но это нас и заставляет работать намного больше на клиента, чтобы вас больше удовлетворить. Let me ask you a simple question. Задам вам такой простой вопрос. If you are getting ready to buy a product, если вы уже готовы к покупке продукта, and the product said, this is the second best product that you can buy. И, например, люди говорят, что вот наш продукт, он второй по качеству, по своим как бы условиям, он второй, он не первый. What would be your first question? Интересно, какой бы вопрос был в вашей голове? Who's first? Кто первый, да? People do not want second best of anything. Потому что люди не хотят второе место в жизни, что бы это ни было. And I am going to deal with in a later session that we'll deal with on tomorrow. И я об этом буду говорить с вами на том уроке, который у нас будет чуть-чуть позже завтра. In the eight principles of a proper mission statement, one of the things you must do is you must strive to have the absolute best.
То, что я хочу вам сказать, я буду с вами говорить о тех 8 принципах, где вы можете объяснить цель вашей компании, и потом вы будете говорить, как вы можете достигнуть лучшего. And it does not mean that you have to have the overall best, but you do need to have a feature of your service that is a definable benefit and better than anyone else. Что это говорит? Это не говорит, что вы должны быть лучше, чем какая-то компания, которая производит похожий продукт. Но вы должны, необходимо вам найти то, что вы делаете относительно лучше любой другой компании в сфере этого бизнеса. With some products and some services, people recognize it is not the best, but their feature and benefit is that it costs less. Но смотрите, что происходит. Люди, которые потребляют ваш продукт, они могут признать и сказать, да, оно не самое лучшее, но их цена и их обслуживание намного лучше, чем то, что стоит на первом месте. So you must have definable features and benefits for your product or service that is superior. Потому вам нужно определить и найти то лучшее, что вы можете сделать со своим продуктом или со своими услугами, что на самом деле будет очевидно и видным для людей. Any additional questions? Есть ли еще какие-то вопросы, которые бы вы хотели добавить к этой теме? Hello. Please, the question is this. You are a successful businessman. And I've seen that from the story, or I mean, a little story I had yesterday, that I mean, your parent has laid the foundation for this for your success in the business. Сейчас он повторит на английском. Let's take for example somebody who is new in Christianity. Maybe your parent has not laid this foundation. How do you get the anointing that breaks the yoke? The anointing of what? That breaks the yoke. Okay. Can you repeat that question in English so that I understand? Okay. He asked the question. That we are successful in business. То, что мы на самом деле являемся успешными уже в бизнесе. And for a person who is new in Christianity. И как, например, для тех людей, которые новообращенные люди и в христианстве всего лишь несколько времени. How do you get the anointing that breaks the yoke? Как вы принимаете помазание, которое ломает то бремя над ними? Или снимает бремя? Да? Yes. That's not a simple answer. Здесь я могу сказать, это нелегкий ответ. Because the yoke is actually on the mind. Потому что бремя или тяга, которую они несут на себе, она находится в их голове. And this is one fact that you must understand that is true all over the world. И я хочу вам сказать, что факт, который я сейчас вам скажу, он по всему миру одинаковый. Everyone cannot be rich. Не каждый может быть богатым. Most people cannot be rich. Большинство людей не могут быть богатыми. The economy of the world and society simply will not support it. Потому что экономика всего мира и общества, она сама по себе не в силе всех сделать такими. So to move to that level of financial independence and power, потому чтобы дойти до того времени, где ты будешь финансово независимый и иметь силу финансовую, you must be different. Ты должен быть отличающимся, you или быть другим. Think different. Тебе нужно научиться думать по-другому. And you must act different. И тебе нужно научиться действовать по-другому. You cannot even act like everyone else in the church. Ты не можешь даже так себя вести или действовать так, как все люди в церкви. So you have to be different even within the body of Christ. Потому тебе придется и необходимо быть другим даже в теле Христа. First rule about anointing that breaks the yoke. И первое правило о помазании, которое ломает то бремя или ломает ту тягость, которая в человеке. Start hanging around people with the yoke already broken. Start? Yes. Начни зависать или начни проводить время с теми людьми, которые уже прошли, которые уже сломали это бремя в голове. Anointing flows. Потому что помазание, оно льется, оно изливается. And if all you associate with, и все, с чем ты себя ассоциируешь или с чем ты ассоциируешься, are those who are in the same shape and those who are in the same economic condition, you have nowhere to get the upper anointing from. Что происходит? Ты всегда ассоциируешь себя с теми людьми, которые похожи на тебя. Соответственно, если ты проводишь время с людьми, которые не финансово благословенны, то ты и такой же.
you will find that people who have financial independence, they talk differently. Если ты увидишь людей, которые финансово независимы, ты увидишь, что они разговаривают по-другому. They talk about different things. Они вообще разговаривают о разных вещах. They don't talk about the high price of gas. Они не говорят о том, как подорожал бензин. They'll talk about buying oil and gas futures. Они говорят о том, что нужно покупать фьючерсные данные на бензин и на масло. They don't talk about how evil BP is. Они не говорят, насколько плохо British Petrol. They'll talk about buying shares of BP. Они говорят, что нужно купить все стулья, бизнес, ну как бы все директорские стулья, а? Все акции этой компании для того, чтобы завоевать их директорские стульчики. So you need to change association if you want to break existing yokes. Потому тебе нужно поменять ту сферу, где ты сам себя ассоциируешь с людьми, для того, чтобы сломать то бремя, которое у тебя есть. That's why Jesus even said we have to be reborn. Потому Иисус сказал, что нам нужно быть заново рожденными. And there are many things that even our parents put on us. Our parents, mother and father. И очень много есть вещей, которые даже наши родители на нас ложат. That we have to get around different people to change. И нам придется проводить время с другими людьми, чтобы даже вот эти принципы были сломаны. I have people in my congregation. У меня есть люди в нашей общине. And their parents were always in debt. И их родители всегда были в долгу. Their parents always spent everything. Их родители всегда тратили все. And as a result, they have the same habits. И я хочу сказать, что как результат у них точно такие же привычки. So they have to get around and stay around people of a different mindset. Потому им нужно проводить время с людьми, у которых совсем другой разум, другие мозги. And if you run with different people, и когда ты проводишь время с другими людьми, you will go to different places. То тогда ты будешь приходить к другим местам в своей жизни. Я хотела спросить, задать вопрос относительно вашей книги. Я вижу ваш костюм. I see your costume, your suit. И я думаю, что вы похудели. And I think that you have lost weight. She got you. You got the best question in the world. Почему вы написали эту книгу? Why have you written that book? Это конъюнктура рынка? Ответ? Is that the answer of the market? Или желание поделиться собственным успехом? This is the desire to share your own experience. В области похудения. In the area of losing weight. She got it. That's a good question. The reason, first of all, actually, I have not lost weight. Прежде всего хочу сказать, что я на самом деле не похудел. I have fundamentally always been in this shape. I mean, my body is in excellent condition now. I maintain it. Я хочу вам сказать, что я на самом деле всегда нахожусь в форме, то есть вот такой, какой я есть. Different people will write different books from different aspects. A lot of people have Разные written... люди будут писать книги из разных аспектов или исходя из разных ситуаций. A lot of people have written weight loss books from their experience with losing a tremendous amount of weight. Многие люди, они написали свои книги о потере веса из-за того, что в их жизни они потеряли, используя какие-то техники. The problem that most people have in America, проблема, которая есть у большинства американцев, those who lose 25 pounds or more. What is 25 pounds? 25 in kilos. 25 is 12 kilograms. Значит, те люди, которые теряют как минимум 12 килограмм, they gain it all back and more within 2 years. Через 2 года они еще больше набирают. And that's true in 90% of the cases. И это правда, что касается 90% людей. Restoration is good. И восстановление на самом деле это очень полезная вещь. But preservation is better. Но предохранение это намного лучше, чем уже реставрировать что-то. I am a believer and teacher of preservation. Потому я являюсь и учителем, и человеком, который верит в то, чтобы профилактику проводить. То есть перед тем, как оно произойдет, лучше его остановить. It is great to be delivered from drugs.
Потому я говорю, намного лучше, конечно, быть, хорошо быть освобожденным от наркотиков. But it is better to be kept from drugs. Но лучше предохранить себя от наркотиков. It is better to be, it is good to be raised up from a sick bed. Конечно же, хорошо быть исцеленным от болезни, от смертельной болезни. But it is better to have never gotten on a sick bed in the first place. Но намного лучше не лежать больным на кровати. So what I teach is from a point of preservation, that even if you lose the weight, you must have a system of maintaining so that it doesn't come back. Потому когда я говорю о слове потери веса, я говорю, что когда ты потеряешь вес, то тебе необходимо иметь определенную структуру, которая будет тебя защищать, чтобы ты его заново не набрал. Yes, she said 100% you're right twice. So that is why I'm writing the book. И из-за этого я пишу свою книгу. Because there is a need. There is a problem. My brother Dale spoke about that yesterday. Потому что есть нужда и потому что есть проблема, как вчера мой брат он говорил. All great products come out of problems. Все великие продукты, они выходят из проблемы, которые есть в обществе. So when you see a problem, потому когда ты видишь проблему, you think how to solve that problem, ты думаешь о том, как решить эту проблему, and people will pay you to solve their problem. И люди, они готовы платить тебе деньги, чтобы ты решил их проблемы. У меня вопрос в отношении маркетинга названия продукта. I have a question concerning the marketing on naming the product. Вы сказали, что вы дали такой тест, что вы можно подойти к людям. You said that there is a test, like you can make a name to your product, then come to people. Сказать им название вашего продукта и через час вернуться и спросить. He said that you can tell them the names of the product that you want to give to your product and then come back in 1 hour and see what they say. Еще вы акцентировали, что чем проще, тем лучше. And then you also said that as simple is better. То есть, чем проще название, тем оно западается в разуме. The name is, more it sticks into your head. They must be able to remember it. Let me give you a good example. Я сейчас дам вам хороший такой пример. То есть люди должны быть способны быстро запомнить. My company is working on a product right now. Моя компания сейчас работает над еще одним продуктом. One of the big problems that we have in America is arthritis, joint pain and problems. У нас есть такая проблема в Америке сейчас очень сильная, это артрит, то есть боли, связанные с артритом. My company made a product that's a nutritional product that is for arthritis, for joint and rheumatism. Потому хочу сказать, что моя компания, она произвела продукт, который помогает справиться с артритом и с ревматизмом. The product was called Joint Envision. И продукт назывался, мы его назвали так, «Соединись в видении». Because it had products in it for the joints as well as for the eyes. Потому, соответственно, почему они так назвали, потому что joint это значит соединять, а vision это значит видеть суставы и видение. It was not selling that good. И она не продавалась так хорошо. So I decided to reformulate the product, improve it so that it was far better than anything on the market. И потому что я решил сделать это, сделать другую формулу всего продукта, и потом сделать его намного лучше, чем какой-либо продукт вообще существующий на рынке, и начинать его дальше продавать. I created the label and we took it out to stores and put it on the shelf just to test how well it sold. Мы создали этот продукт, потом мы поставили его на полочки в магазинах еще только для теста, чтобы посмотреть, как он будет продаваться. Even though it had better ingredients than any product on the market, it still was not selling very well. При всем том, что в нашем продукте были компоненты намного лучше, чем в любом каком-либо другом продукте, все равно он еще не продавался так хорошо. We had a lot of customers who were using the old product that I had discontinued. У нас было очень много клиентов, которые использовали тот продукт, который мы раньше для этого произвели, и в данный момент мы уже его не выпускали, и его больше ничего нового не покупали. And they were calling into the company, constantly trying to get the old product. И они звонили, то есть потребители звонили в нашу компанию и говорили, мы хотим, чтобы вы выпускали старый продукт. And they were asking, they were calling the product the bone. И они называли наш продукт кость.
The bone. And they kept asking the bone. И они все время просили, где наш bone? Где наша кость? I then changed the name from Joint and Vision to the bone. И потом я изменил название нашего продукта из суставы и глаза или суставы и видение на кость. Same label. Поместили эту лейбу. Same ingredients. Вся та же самая лейба, то же самое получается ингредиенты. Only the name changed. Только имя теперь уже изменилось. The bone sold 13 times more than Joint and Vision. И хочу вам сказать, что продукт, который назывался Bone, продавался в 13 раз больше, чем продукт, который назывался Joint and Vision, то есть суставы и глаза. It was all in the name. И все заключалось в простом имени. And the name will make a difference in that product. Instead of me selling $1 million worth, it will sell $13 million. All because of the name. И потому из-за одного имени мы можем увидеть, насколько продажа выросла с $1 million до $13 million. So that's what my experience just with a name. И это тот опыт, который я имею только с одним именем. Now you were asking, how do you test the name whether simple is better? It depends. И вы спрашивали, например, как, например, проводить тест, да? То есть я говорю, чем проще, тем лучше. First, you want to have a name that conveys meaning. See, хочу прежде всего, чтобы вы знали, что имя ваше, оно должно иметь или во в себя влекать определенное значение. See, even if it is simple, but it has no meaning, then they still may not buy it. Если, например, ваше название, оно простое и легко запоминаемое, но в нем нет значения, то оно не будет действовать. For example, if instead of naming the product the bone, if I had just named it blue. Например, если бы я вместо того, чтобы назвать свой продукт bone, что обозначает кость, назвал его blue, то есть это короткое слово, но оно обозначает синий цвет. Now, blue is simple. Blue, это же легко, да? Можно сразу запомнить, blue. You can spell blue. Можно даже написать очень быстро слово blue. But it has no meaning relative to the product. Но нет никакого значения для этого продукта. So the best names are names that have meaning. They tell the customer what it is, what it does simply. Потому очень лучшее имя – это то, которое говорит потребителю легко и просто то, что делает ваш продукт и как он необходим для потребителя. Those are very difficult to get. На самом деле очень тяжело иметь получить вот такое имя. That's what every company wants. Это то, что хочет каждая компания. And that's why you have to put a lot of work in what you name. Из-за этого вам нужно поместить очень много усилий и труда для того, чтобы найти вот такое имя. But that was man's first job. Но это было то, что нужно было делать человеку на земле самое первое, как работа. А если мой продукт – это духовное учение, и здесь именно в качестве лейбы – это его название этого учения, то есть… What if my product is just it's a spiritual teaching, то есть, and it's a label, it's just a spiritual name? Дисциплина сложная, и название тоже имеет сложность в запоминании. For example, the discipline is, you know, it's kind of tough, so the name of the whole teaching is also long and difficult to remember. What does the teaching give you? А что дает вам это учение? Я могу в качестве примера преподнести непосредственно продукт именно на ваше обсуждение. I can just for you for just a discussion even give you a product so that you know how what to say. Учение имеет название картография траектории жизненного пути. So the name of the teaching is the map drawing, картография. Дальше. Then trajectory, you know this word trajectory. Как? Trajectory. You know, like the like a trajectory of like a place. A place. Like the first is the map drawing. The second is trajectory or the space that for example that should be taken to do something. Что? Quay. Quay.
Quay. Do you know what quay? You mean trajectory? Trajectory, yeah. Trajectory. It's like the line of life, you know. Okay. Like, okay, that's trajectory. Trajectory. Yes. Это yes. есть траектория. Yes. Trajectory. И что еще? Кардиографирование, траектория? The trajectory of the life way or the life path. Okay. So that would be one of the courses. Это будет, возможно, название одного из курсов. Trajectory. Of a direction of life changing. I mean, changing of life. Okay. Direction of changing of life. Okay. Yeah. Often, if you can relay, now, first of all, you're dealing with it, that's a title, but that's still the name of your product. При всем том, очень часто мы, конечно же, работаем, что касается названия или что касается титульной части вашего продукта. Now, Is it a book or audio series? Это что, это книга или это аудиосериал, то есть кассетный сериал, как это? Это кассетный материал и методичка. It's just a collirium, you know, and the audio cassette. Okay. Fundamentally, it's an audio cassette series. Now, when you that still. То есть фундаментально получается это как бы серия кассет. That fits somewhat again, and it's in the entertainment. Even though it's not entertainment, it fits into that general category. При всем том, эта категория относится к части бизнеса, которая находится в развлечениях. Now there are two ways that those products are sold. Есть два пути, как этот продукт может быть распространяем. Number one, you sell them in live seminars such as this. Номер один, ты можешь продавать, например, вот эти кассеты на таких вот семинарах. If you were in a seminar. Если ты, например, находишься на семинаре, it doesn't matter what you call it. Неважно, как ты назовешь его. Because you will be able to convince and to sell the audience based on your presentation. Потому что если ты говоришь людям и ты учишь их об этом, то ты можешь убедить их в том, что этот продукт, он очень важен. But if it is in a store, it's entirely different. Но если этот продукт находится в магазине, на магазинной полке, то это совсем уже другой аспект. They will not be able to hear your presentation. Люди, они не будут способны услышать твою презентацию. All of your sales must come from what's on the cassette box or cover. И вся твоя продажа этих кассет, она будет исходить из того, что находится на упаковке или на коробочке из-под кассеты. When people pick up a cassette album or book, they will go through two processes. Когда люди будут покупать кассету или какое-либо учение, они будут проходить по двум аспектам. They will first look at the front cover. Первое, это они посмотрят на наружную часть кассеты, то есть как она оформлена. So the front cover has to grab them. Потому первое, то, что они видят, оно должно их уже привлечь. Then they will pick it up and turn it around and read what's on the back. Второе, они возьмут этот продукт, перевернут его и прочитают, что написано там. The back cover has to have statements that will sell them. И потому задняя часть кассеты, она должна иметь такие лозунги или такие фразы, которые продаст этот продукт. The front cover has to grab interest, the back cover has to sell them. Потому первое, это наружная часть, первая, на которую смотрят, обложка, она должна привлечь их внимание. Вторая обложка задняя, она должна продать продукт. The third important element of a book or audio series is the spine. Spine? The binding, the end Я piece понял. Of it. I understand. И третья часть, которая важна, что касается книги или кассеты, это вот эта вот третья часть, на которой будет написано, что это. Most of the time in a store, this is all they will see. Очень часто в магазинах, где продаются книги, все, что люди видят от книги, это вот эту часть. Because it will be on the shelf. Потому что книга будет находиться на полке. All they will see is your title. Все, что они увидят, это то, что здесь написано, титул. The title has to be good enough to where it grabs their interest and they pull it off the shelf to look at the front. Потому название твоей книги или титул твоей книги, оно должно быть достаточно интересное, чтобы это привлекло внимание людей, и они могли вытянуть эту книгу, например, из полки. That's why the name is important. И вот именно поэтому имя очень важно. So often you can name your product
the final result of what the people want. Потому очень часто стоит назвать твой продукт именно, именно двумя или там, ну, коротким названием того финального результата, что люди получат от твоего учения. And it may be something as simple as how to straighten out your life. Например, очень просто может быть такое, как выровнять твою жизнь. That's what people really want. Это то, что люди хотят. In marketing, you always have to really be able to get to what the people really want. Потому в маркетинге или в дистрибьюции очень важно знать, чтобы ты определил, что на самом деле люди хотят. People don't want toothpaste. Люди не хотят зубную пасту. They want clean white teeth. Они хотят чистые, красивые, белые зубы. So you don't sell them toothpaste. Потому ты не продаешь им зубную пасту. You sell them clean white teeth. Ты продаешь им чистые, белые зубы. So you always must know what the people really want. Потому тебе всегда нужно знать, что необходимо для людей. People don't want to buy a book from me. Люди не хотят покупать книгу от меня. They want to lose weight. Они хотят вес вообще-то потерять. So you sell them what they want. Потому ты продаешь им то, что им необходимо. So you must always be able to get to the core of what people really want. You must. Потому тебе всегда нужно прийти в то понимание, что на самом деле необходимо людям. You must understand the spirit of what they want. Тебе нужно осознать тот дух, что им необходимо. От того, что есть реклама, и скажите, что такое реклама и что такое совет, потому что реклама We kind of feel bad because of lots of advertising and commercials. So would you say what is the difference between the advertising and commercial? You know, when you advertise, when you give advice on something, and when you're just doing the commercial all over the place. It's like, what is the difference between that? The difference between advertising? Between the advice and the commercial. He's asking, what is the difference between the advice and the commercial? Задается вопрос такой, какая разница между советом и рекламой? I'm not sure I understand what do you mean by advice? Я не могу понять до конца, что ты имеешь в виду, что касается совета. It's like you can see, like we see all time the commercials, so we see advertising, mm-hmm. and we're tired of it. We do not want to buy that product. well, basically what he's saying, he's tired of so much advertising. Другими словами, вообще то, что человек говорит, что ему уже реклама в горле торчит. But that's the way that, and most of you will not be involved in major commercial advertising. You're not going to buy billboards, you're not going to buy television commercials. Но я хочу вам сказать, что большинство из вас, вы не будете вовлечены, например, в рекламу. Вы не будете покупать, например, бигборды, вы не будете, например, покупать целые каналы, чтобы рекламировали ваш продукт. But if you have a product or service, Но если у вас есть, например, продукт или сфера услуг, it will do no good if no one knows you have it. То оно вам толком и не поможет, если вы никому ничего не расскажете. So whether you pass out flyers, потому раздаете ли вы флаеры, a business card, или свои визитки, whether you have a website, или, может быть, у вас есть веб-страница, whether you just tell people, или вы просто рассказываете людям. You must let people know that you have a product or service. Вам необходимо помочь людям осознать, что у вас есть продукт или сфера услуг. And that's called advertising. И вот это вот как раз и называется реклама. In America, the average person will see 2,000 advertisements every day. В Америке обыкновенный средний американец в среднем увидит в день 2000 реклам. So I understand why you're tired of it. Потому я могу по себе понять, почему эта реклама вам в горле. But if you're going to have a successful product, Но если вы хотите иметь успех, что касается вашего продукта, you have to have something that cuts through those 2,000. Вам нужно иметь что-то, что на самом деле через эти 2000 реклам в день может пробиться и донести это к другому человеку. And the critical question you must ask, и такой вот критический вопрос, который вам нужно задать, или важный вопрос. If my potential customers are seeing 2,000 ads per day, Если мой потенциальный потребитель смотрит 2000 реклам в день, все время,
What's going to make them remember me? То что сделает меня для них известным, что они обо мне будут помнить? And if they don't remember you, а если они не запомнят вас, they cannot buy from you. То они не могут от вас ничего купить. Еще есть вопросы? По теме, пожалуйста. Я занимаюсь производством веб-сайтов и рекламой в интернете. И у меня вот буквально через несколько часов должна состояться сделка с рекламным агентством о поставке моих услуг этому рекламному агентству. Вот. И как бы, ну, я заготовил некоторые уже, некоторые предложения, и мне интересно будет, как, чтобы вы посоветовали, как мне преподнести свой товар, как мне его упаковать, чтобы эти люди действительно постоянно поставляли мне клиентов. Все, дайте мне время перевести. Says like maybe you can give me some advice how can I present my business or my thing so that they really buy from me to do the websites and also and also that they will bring their friends to buy from me my service. Okay. He says that he produces websites and he wants to know how он говорит, что вот он производит веб-страницы, и он хочет знать. He wants to know how can he get people that he's going to make a presentation to. Как ему получить людей или как ему приобрести тех людей, кому он будет делать свою презентацию или показывать им, что он делает? To buy his website service. Чтобы они купили от него сервис, например, то, что те услуги, которые он делает по производству веб-страниц. And how can he get friends to tell people about his website design? И как он может сделать так, чтобы эти люди рассказали также его друзьям, чтобы они покупали от него эти услуги? Number one, anyone who's going into business should have a website. Номер один, хочу вам сказать, кто бы из людей не шел в какой-либо бизнес, вам необходима веб-страница. Websites will add a tremendous amount of prestige and information about your business. Веб-страница добавляет ваш бизнес и о том, кто вы есть, очень много престижа. Now, if you are a website designer, но если вы на самом деле являетесь человеком, который разрабатывает веб-страницы, the way that you make a presentation and sell people on your website design, то как вы делаете людям презентацию о вашей работе и как вы им продаете ваш дизайн веб-страниц, is simply have them look at your portfolio. Portfolio, what is that? The other websites that you've designed. Значит, то, что вам нужно сделать, это просто им показать те другие веб-страницы, которые вы уже сделали. That's what people want to see. From website designers, все, что нужно этим людям увидеть от вас, как от производителя веб-страниц, это веб-страницы, которые уже были выпущены вами. So that's my best advice on that. If you have a good number of websites that look pretty and they go and see those, they will buy. Потому если человек, например, хочет купить от вас веб-страницу, вам необходимо иметь определенное количество веб-страниц, которые на самом деле красивые, которые на самом деле яркие, чтобы они могли зайти и посмотреть. The web is an extremely powerful tool. The web? Веб-страница на самом деле это экстремально сильное орудие. My largest ministry by far is on the internet. Моя огромная дистрибуция, она происходит через интернет. I publish the largest inspirational email in the world. Я произвожу огромные имейлы, которые вдохновляют людей. Одни из самых больших имейлов в мире. It's called mountainwings.com. Оно называется mountainwings или крыльягор.com. Any additional questions? Есть ли еще у кого-то какие-то вопросы? Давайте последний вопрос. This is the last question. Okay. Я хотела бы задать вопрос о слогане. То есть, как выбрать название компании, вы очень здорово рассказали. Я хотела бы задать такой вопрос. Одни из самых крупных компаний, как правило, имеют слоганы. Оператор мобильного звездку Life имеет, там, Life, жизнь становится циклической. Дайте мне время перевести. Okay, what she says is that how maybe you can give some advice is how to choose the good slogans, like you know, slogan that you can say. For example, like we have a mobile company called Life, and they said Life is you choose life or something like you know something like that. So she's saying how to really choose, because if we choose the name, we have a name. How to choose the slogan that will be you know slogan that people will remember or something.
L'Oréal имеет слоган «Ты этого достойна». И я хотела бы спросить, есть ли какие-то правила для составления такого слогана? Это первый вопрос. Второй вопрос я хотела бы задать. Сколько нужно, чтобы этот слоган работал? Нужно ли его потом менять? И как можно при помощи слогана привлекать и все время вот быть запоминаемым брендом в умах покупателей? Спасибо. Okay. She says, for example, if we turn to a company L'Oréal that makes, you know, in Paris they making their perfumes. Mm-hmm. She says they have a slogan that calls you are worthy for mm-hmm. this. Mm-hmm. You know, and she says, how do you choose the good slogan? Do you know some rules or some laws how to choose the good slogan? Okay. And then the second thing that she said is, how long do you need to use that slogan? Do you need to change it, or you know, that it works and grows people and okay. brings the finances okay. that they have to buy your okay. product? Okay, first answer, how long do you need to use a good slogan? Первый ответ, на который я отвечу, это как долго тебе нужно использовать хороший слоган? Generally forever. Я хочу сказать, в общем-то, всегда нужно его использовать. The only companies who can afford to change slogans are the very big companies. Только большие компании, успешные компании могут позволить себе поменять слоган. That can do a lot of advertising to change a slogan. Они будут производить большое количество реклам, тратить большие деньги для того, чтобы поменять свой слоган. Anytime you have something that works, что-то, если у тебя есть что-то, что на самом деле уже работает, stick with it. Тогда прикрепись к этому и держись этого. The example that you gave, a L'Oréal slogan, because you're worth it. То, что, например, вы сказали о L'Oréal, то есть они говорят, потому что ты достойна. L'Oréal has been using that slogan for as long as I can remember. Я хочу вам сказать, что L'Oréal использует вот этот слоган уже так долго, как только я могу вспомнить. It works, so they stick with it. Потому что этот слоган работает, потому они его используют. The second part of your question is, how do you choose a good slogan? Второе, например, то, что вы сказали, это как ты избираешь или где, как ты выбираешь хороший слоган? First rule, it should be short. Первое, что я хочу вам сказать, первое правило, слоган должен быть коротким. If it's too long, people can't remember it. Если слоган будет очень длинным, то люди о нем вообще не будут помнить. Because you're worth it, four words. Потому что ты достойна, четыре слова. Your slogan should not be more than six words as a general rule. В общем, такое есть правило, что слоган не должен быть больше, чем шесть слов. You should use the same testing technique with your slogan that you do with your name. Так же, как с именем, вы должны пройти со слоганом такой же эксперимент. And all companies will come up with several different slogans and they will test them. Все компании, у них будет несколько слоганов, которые им предложат. И они тоже каждый слоган будут использовать и проверять. Они будут использовать эти слоганы для того, чтобы проверить, насколько хорошо люди запоминают этот слоган и как люди себя чувствуют после того, как они услышат наш слоган. You may not be able to do an extensive, expensive market test. Может быть, у вас не получится сделать такой хороший, дорогой тест на рынке. But if you test a group of 10 to 20 people, you'll get a very good idea. Но если вы, например, проведете эксперимент примерно группы людей от 10 до 20, то у вас появятся очень хорошие идеи. And the general rule about being able to remember a slogan. И такое общее правило для того, чтобы запомнить слоган. Stick with what sticks. Есть такое правило: прилепись к тому, к чему прилепляешься. Или что на самом деле тебя прилепляет к себе. Или прилепись к тому, что тебя манит. Это был последний вопрос, да, вы сказали? Спасибо большое. Давайте поаплодируем пастору Натаниэлю. И если вы не успели задать вопрос или у вас появились вопросы, вы сможете сделать это на последующих сессиях нашего семинара, наших встреч.